Все, мы находимся... Не надо бойтесь так, чуваки, вы руините киберпанк. Я же по-серьезски играю в киберпанк, на полном серьезе. Я даже создал персонажа, который в точности похож на меня. Посмотрите, он был бы похож на Саню, если бы не залысина, которая у меня только есть. Поэтому он абсолютная копия меня. Ну все, кайф. О, мир киберпанка. Так, два раза быстро, альт. Блять, два раза быстро. Эйс. Я кто без вас? Я кто без вас? Не знаю, какие-то такие ощущения от езды довольно приятные. То есть вот поворачиваешь ты руль налево, и прям машина чувствуется, тяжесть ее, чувствуется, как она действительно поворачивается. Правда, FPS, когда проседает в них, ощущение реалистичности пропадает. Фух. Ой, приехали на ласточке своей. Так. Смотрите, приглядывает даже. А-а-а, вот тут как это происходит. Или как? Типа челу дают VR-очки, он сидит, смотрит порнуху. Или что-то подобное. А с ним сидит, типа, сотрудница и следит за тем, чтобы все нормально происходило. Или это его подруга? Ладно, окей. Честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Так. Что можно спиздить отсюда? Ничего. О! Весь пердеж исчез. Абсолютно весь пердеж пропал. Даже микропердеж, даже микроперды ушли. Круто. 44-100, значит, надо ставить. О, привет. Джуди. Это Ви, он за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. О, не начинай. Меня сейчас стошнит. Усилители сенсорики, индикаторы эмоциональных и акустических волн. Ничего себе оборудование. Почти все модифицировано. Заводские только корпуса. Сама улучшаешь? А ты как думаешь? Это же транслятор мимики Фуюцуки, да? У этой серии вроде были проблемы с матрицей. Транслятор мимики. Так-то да. Но в другие модели не вставишь дополнительные скан-модули. А матрица меняется на раз-два. Да. Ладно, мы тут не ради этого. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Че, это расширитель рта? Погружение через 3, 2, 1. Так. Либо. Окей, давай вперед. Полосочки появились. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Целуем еще пол. Секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Шаколу тебе нахуй отстрелю! Кубик Рубика. Охуенно маленький, с 4, блять, микрокубами на стороне. Больно? Джуди, подключай. Так, я до сих пор не знаю, кто такая Тибак. Ну, когда-нибудь выяснится. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Стоп, тихо. Уже что-то можно прочекать.
Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Судя по виду, ты просто мясо для ебли, я угадал. Ну. Так, пастырь АТ. Все, идем дальше. Давида, ты просто мясо для ебли. Я угадал. Эвелин, ей... ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же давайте за это убьют. Полностью посмотрим сначала. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Окей, хорошо. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, мой как опасно... Мой отец – замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается не даже слушать отца. Такие выражения. Так послушай еще. Сабура. Охуеть, вот от настройки. Внимание, мошенники. Погоди, увлечение члена здесь. Что-нибудь подходящее. То самое письмо. О, вот это тебе понравилось. Что думаешь? Что я думаю? Погнали. Все, сейчас будем воровать чип. Ну, пиздец, конечно, может какой-нибудь произойти. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Посмотрим, из мы еще... Декса. Да мы с тобой еще только начали дела вести. Может, ты меня наебешь? Может быть, это специально было сказано в проброс, чтобы у нас бдительность спала немножко, и мы ей начали чуть больше доверять. Ну, хочешь что кинуть думаешь? Нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. В каком смысле за одну ночь стать легендой? Блять, взорваться нахуй, как Киану Ривз, или как там у него было? Мы, кстати, до этого еще не дошли. Я уже доходил до этого. Новый чип. Так, дневник уотсонской шлюхи. Понедельник. Да ебаный ты в рот. Я наконец-то пробился на шоу Зигги. Через минуту, блять, мой выход. И тут новость, что в какой-то больнице устроили перестрелку. Этот уебок отменяет съемку, чтобы показать жертв. Как будто всем не похуй. Кто о них вообще вспомнит через неделю? Может, они половину карьеры въебывали, чтобы попасть к Зигги на шоу? Нет, бля, они просто сдохли. Я все равно вылез на сцену и высказал этому уебану, что так не делается. Но охрана меня отпиздила, вся запись покорежилась. Окей, какой-то чувак пробился на шоу к Урганту местному. Его выпиздили просто. Вторник. С утра все бесило. Вышел к мэрии, чтобы высказать всем, как у нас забили хуй на ветеранов. Надел платье из искусственных зародышей и орал там до хрипа, а потом режиссер, снявший «Влажные мечты», меня узнал и сказал, что я секси. Меньше чем три. Ну, я показал, как уютно воображаемому хую у меня за щекой. По нему ж сразу видно, что он мимо красивого мальчика не пройдет. Ну и да, отвез меня к себе, приковал к кровати и имел, пока я все простыни не порвал. Отгрузил мне кучу Эдди. И предложил увидеться на следующей неделе. Может быть, получится попасть в его следующий брейн? Эдди, это у нас доллары так называются в игре. Среда. Посрался с Рут Дзенг. Говорили с ней о челах, которые откинулись, когда спасали малолеток от ядерного взрыва во время какой-то там войны.
по телеку она типа дохуя крутая, а тут как начала ныть, ну я, короче, решил что-то хорошее сказать. И говорю такой, типа, они нормас, точно стали бы моими фанатами. Серьезно, я когда фотки смотрел, охуевал, у каждого перцы были до колен, обидно аж до слез, а эта пизда тупо залыбилась и нахуй меня послала. Класс. Четверг. Ха-ха-ха-ха! 1-1, восклицательный знак 1. Пятница. Пиздос. Тупо на ногах не стою. Пацаны притащили какой-то мощной хуйне, меня сразу вынесло. ХЗ, что там дальше было? Везде воняет саниной, а в ванной лежит маска лошади. Подозреваю, что я ее надел, и на мне кто-то проехался. Колени пиздец болят. Надеюсь, это был тот режиссер, а не хуила из третьей квартиры. Да. Вот такой вот он у нас. Дневник вотсонской шлюхи. Громила. Банда тигриные когти. Блять, а я по-другому представлял себе тигриных когтей. Я представлял себе как людей из фильма «Олдбой». Крутанов таких. И знаете, GTA 2, которые там... В GTA 2 есть банда крутых азиатов, которые гоняют на машинах пиздатых. А это, блять, ну я даже не знаю, ребят. Вы меня не пугаете абсолютно. Выглядите как уёбки. О. А, и чел. Чел идет с надетым брейн-дансом на голову. Настолько обдрочился уже от порнухи, которая у него 24/7 в брейн-дансе. Он сейчас идет, пытается дойти. Даже лень было ботинки надевать. Просто потому что настолько уже жестко обдрочился и нет сил. За собой смотри! Да-да-да, это он прям как будто понимает, что мы его критикуем. Хотя мы его не критикуем. Я думаю, что очень многие люди в этом городе так себя ведут. Вот, блять, например, точно такой же. Точно такой же идет, буквально в 10 метрах от него. Идет, пытается дойти до магазина. Странно, кстати, что служба доставки не работает. Вот зачем он вышел на улицу? Не смешно! Вот у него все дома есть, он дрочит, сидит и жрет. То, что ему доставка привозит. Неужели доставка в 2077 году не работает? Да работает, и наверняка дроны привозят тебе прямо на твой этаж, прям сразу залетает. Хотя, с другой стороны, если предположить, что в этом мире люди все вдруг начали надевать вот такой вот портативный VR себе на голову и дрочить, ну и лишаться всех сил. Кстати, я не знаю, если тяночки шликают целый день, у них силы, ну, наверное, да, убывают. Вот у чуваков точно, если дрочить целый день, сил вообще не будет никаких. А может быть тяночки, может быть они себя натирают, как бы, и только заводятся от этого, знаете. У них только энергия прибавляется. Как они как белки в колесе, только вместо того, чтобы бегать по колесу, они шликают. Так вот, непонятно, если они целый день будут теребить, они будут вот такие же уставшие ходить или нет. Но, в принципе, энергию они тратят, так что, наверное, да, они будут ходить уставшие. За собой смотри! Так вот, в таком мире, где люди просто выходят на улицу и сразу надевают себе на ебальник Brain Dance, у них же, у людей денег вообще не будет. Никто не будет хотеть работать, совершенно никто не будет хотеть работать. Все будут хотеть только надевать Brain Dance и дрочить. И вот поэтому у него нет денег на доставку. Он ходит по улице и ищет мусор точно так же, как и я. Точно так же, как и я в этой игре. Да, все, я себе полностью объяснил то, чем он занимается вообще. Потом на эти деньги, которые он получит в продаже мусора, он покупает себе новый Brain Dance и продолжает дрочить. Можно понять его. Оп. Кон. Ля какой. Крутан. Абсолютный крутан идет. Это, наверное, тоже. Да-да-да, это у нас тигры. Да, но эти уже более круто выглядят. Правда, их крутость, она обусловлена тем, что у них крутые просто мотоциклы, наверное. О, блядь! Сейчас я вам дам, нахуй! Да-да, давай. Косыгин! Блять, 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 дал нахуй, пососал. А это потому что косой. Это потому что кривой. Блять. Вот я в первого же попал хорошо, прям в голову ему, голову снес. И как будто бы прям. Как будто бы прям поверил в себя после этого. Опять! А да вы что, ребята, блять?
сзади вы. Как себя чувствуете? Блядь! Тихо! Что происходит? Да почему Косыгин такой, а? Почему, блядь, Косой такой не научился, блядь, стрелять в людей, нахуй, за 20 лет в играх? Почему, нахуй? О, да, жесть. Вот такая вот схватка произошла. А ведь все из-за чего началось? Я просто стоял рядом с ребятами, у которых очень красивый мотоцикл, и они просто напали на меня. Тоннель с мегапробками, да, получился. Бля, тут прикольные, кстати, пробки в игре. Достаточно. Стоп, ребята, я перехожу. Перехожу дорогу! Нет же, блядь, никакого у вас светофора здесь. Капец. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Да-да, все правильно. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Бесплатно? Выпить. Используется. Мне кажется, если бы в реальной жизни появился брейнданс, то это одна из первых вещей была бы, которую создатели брейнданса захотели бы сделать. Какого-нибудь популярного челика, в шкуре которого можно было бы оказаться. Все, наша очередь. В голове Папича, да? Брейнданс такой. Ты в голове у Папича, ты идешь в туалет. И видишь, там Тянка стримит в туалете, 14-летняя. А разве не Декс лучше? Кто здоровый? Я тоже. Боксирую. А, это чел. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? А меня бы уложил? Как думаешь? Ага. Степича типа. Олег Даркевич зовут телохранителя. Ну... Там и водитель был. Этот же чувак или другой, я забыл. У него тоже какой-то СНГ-водитель. Может быть, это он и был. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Да, походу. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. А почему он не может им владеть? Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками бабки. Я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? 30% обоим? Так я оцениваю каждому по 30%. Год. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. А сколько в итоге будет? Да ну, Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы. Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. Мы. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетранера и информацию? А кто больше не будет с тобой работать со следующего задания? Мы, блядь. Потому что ты жопишь. Мистер Ви? Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Ну, окей. Давай 40 по 20 каждому. Ты как? Готов? Это Деламейн, да, это Деламейн бронированный, готов. Сейчас только еще пару... вещей просмотр. Все, едем, едем. Все, едем. Воу. Алло? А, Деламейн это этот чувак. Помню, помню, помню. Вспомнил его. Это, вот это робот. Вот я его с Тибегом путал. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Человек яйца. Твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба.
Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Ну, вообще он хоть армию Арасаки может выкосить. Да не верю, не верю, что армию Арасаки. Арасаки самые жесткие корпораты вообще в этом мире. А что еще включает Эксельсиор? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Полезно. Блин, что ты каркаешь-то раньше времени? Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Не волнуйся, я помню. А в третий... Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Йокосо, Кампеки Плаза, роскошь, красота, безопасность. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Новая, Нью-Барселона. Задержка у меня такие из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Да, пушим ее, пушим. Конечно, как же нам тяжело. Понимаю. Такие мы несчастные. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Здрасте. Ля какой, я такого скина еще ни разу не видел в игре. Ну, лицо у него разбитое, как у алкаша-бомжа. Но выглядит он иначе. Ты как докатился до жизни такой? Это ты как докатился, чел. Тебе все лицо разбито. Если наш гость захочет белых трюфелей, он получит белые трюфели. Не черные, не голубые, а белые. Белые трюфели, охуеть. Если какая-нибудь крутая чика пустит своих собак купаться в бассейн, не задавай вопросов, не пялься и не еби мне этим мозг. Если клиент разнесет комнату к чертям... Не задавать вопросов, не пялиться и не ебать вам этим мозг. Даже если разнесет комнату... Быстро учишься, это хорошо. Дети-гости хотят выкинуть телек из окна... Хуя у них правила. Ты просто смотришь. А если они захотят скинуть с балкона... Притихли. Или можете сесть у стойки. Я еще не летал. Часто будем привезти сюда миски. Все было же. Когда мы завершим сделку. Наверное, пришлось потратиться. Ты этого стоишь. Как ты себя Альфонс. Чувствуешь? Отлично. Ты мне что-то положила? Скажи спасибо. Понятно, почему я чувствую себя так. Так. Пойду наверх. Это только начало. Скоро ты начнешь все чувствовать в 10 раз сильнее. Особенно боль. А, ты сказала боль? Сегодня мы попробуем кое-что новое. Не против? Нет. Нет, конечно. Хорошо. Приходи в номер через 15 минут. Блин, я думал, тут у каждого персонажа свое имя есть, если его чекать. Хидео. Привет, Асима. Прикольно, что эта штука переводит в прямом времени, прям кайф. Привет.
И так переводится, кстати. Оказывается. Да, я знаком с вашей работой. Но так ни одну игру его и не прошел. Меня слушай. Кубу еще можно было тебя простить. Найроби — это уже за гранью. Фарида, я там вообще никаким боком не... Да, конечно. У тебя весь город подопытные кролики для нейровируса. А у меня там инвестиции. Если мои доходы начнут падать, плохо будет всем. В разных местах начнут падать бомбы. Ты этого хочешь? Нихуя себе. Нет. Я могу переместить фабрики. Сколько у меня времени? Когда допью, чтоб твоих фабрик там уже не было. Звони давай. Серьезные дела обсуждают. Ладно, погнали на задание. Слушайте, а... Не. Это вот ориентир на бармена, да? Который спрашивал, что ты хочешь. Я просто подумал, может быть, тут реально можно суши поесть. Но нет, это просто бармен. Там уже Рамон Викторино будет нас ждать. Постараюсь не пропустить по трегу. Капец. И метры прям реально приближаются. То есть они могли бы сделать просто скип какой-то, скип уровней, а тут реально высота, действительно высота имеется. На наших. Надежда Тюрина, Михаил Акулов. Они всегда врут. То есть он тоже? Охренеть. Он так натурально смеялся. А вот его мозговые волны вообще не смеялись. Притворяется, что разговаривает с кем-то. Да, дозвониться не может, скорее всего. Сейчас начнет говорить уже скоро. Может быть, подкаст слушает. Отсюда можно спрыгнуть? F5. О! Вау! Что скажешь? Дымит в ебало, прям как в американской истории X. Вау, там... капец, солнечные электростанции. Ладно, все, погнали. Упасть еще успеем в этой игре, я чувствую. Специально этого делать не будем. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мякуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Барт, спасибо огромное за подарок для звера. Думаешь, он свободен? Кто? Бак, есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас глянем. Что скажешь насчет телека? Скажу, ищи дальше. Даже если бы он об меня ноги вытирал. Нихуя себе, вот это у нее. Стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Вот это она заряженная на то, чтобы найти богатого папика. Как она выглядит? Так, ждем. Кэт, там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед, спасибо, потом скажешь. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Попался. Демоны, это круто. Вирусы круто ей. Будет смотреть за резидентом. Вхожу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Шиза какая-то пошла небольшая. Ой, блять, хуёво мне. Ничего. Плохо. Голова кружится просто. Плохо. Бак, сколько у тебя это? Башка трещит. Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? Пару часов, ебать. А когда? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока.
Слушай, я могу как раз тут сохраниться и закончить на сегодня с киберпанком, раз ты говоришь, отдохни пока. Мне кажется, это нормальный момент. Так.